пить захотел. Привет. Пришел пораньше. Тут уже и птички на стреме ждут, когда ты убежишь. Когда наступит их очередь. Я тебе орешки принесла. Будешь орешки? Вчера к нам гости приезжали, и прям вы тут хоровод устроили, все пришли. Мне некогда было вас снимать. И три дятла даже одновременно были. Может, целая семья? Мама, папа, детеныш. И вы все, и Адидас. Короче, устроили тут показательное выступление. Поздно-то выбрал себе семечку. А куда пойдешь? Что, наелся, да? Мчится, мчится, мчится. Ну, конечно. Еда-то еще осталась. Ну, а там что, не видишь баночка с орешками? А, кнопки. Вот тут стоит баночка, в ней орешки. Комары мешают. Капец. Тебе, кнопки, не мешают комары?